И всем привет, друзья, это я, Леонард. И мы продолжаем играть. Не продолжаем, а начинаем. Mario Out of Fire. Я уже как бы поиграл немного дальше с того левела. Такс. Выстрел назад. Сердце все там так себе. Шарабень, да. Короче, эта игра, типа, здесь он стреляет, ты наносишь уровень, получаешь левел, крит. Почему у меня мало хп, я не хочу хилить, потому что я взял суперспособность Берсерк. И когда мало хп, я больше наношу, у меня сейчас такой урон, по 400 стал. И я два раза купил скорость в своей пуле, Я просто убиваю всех. А со стука уворачиваться, чтобы я не сдох. Только это и осталось. Салам алейкум. Он все по 500. Да, иногда по 500. Скорость. Скорость сильно так увеличена. Я сейчас и как быстро. Я флешу. Блин, нет, у меня пока что. Хотя мне хп не так уж и много. А, да, этот еще на парочку будет распадаться. Это плохо. Смотрите, как я быстро его убиваю. А этих маленьких, как я буду убивать через пару секунд. У меня слишком много хп. Вот, нормально. Они еще спавнятся и спавнятся. Все, больше урона для получать не надо, спасибо. 198 это нормально. Уже сойдет. Двухстволка. Я гиперпулемет. Это пуляешь. Нет, нет. Еще не очень красивый. Спасибо. Могу это купить? Я не буду все услышать. Ну ладно, теперь у меня с первого раза есть ядовитые пули. Ой, блин, а три там внизу, нет. Так, с ядовитые пули. 300, ну я сейчас снимаю видео, не надо звонить. Так, да, это врыло. Так, 300 потом звони, когда снимаю видео. Или говори, когда ты будешь звонить. Так, ядовитые пули, это то же самое, что огненные. С первого получил уже урона. Да. Такс, ну вот тебя убиваем. Тебя то же самое. Застывшее время. Берсерк. Понятно, Берсерк.
них было, короче, самые крутые такие способности. Ну, это так, на всякий случай. Ого, еще раз. Тройной прыжок. Скачущие пули. Hello. Шанс критического удара немного увеличить. Немного. Это не... Видите, что это не придумал. А, вот. Джекс, ты умираешь? Как скачет пули? Ого, фига себе, что так можно было, что ли? Мастерское сердце, рептик. Вы поджигаете врагов перед собой. Ей, фига себе. Неплохо. Просто подходишь и валишь. Улучшенные две топли. Урон от этого. Фига себе. Ну а погори. Я не знал, что будет стрелять. У меня хп мало сейчас. Крит удар у меня начал много раз идти. Ох, я захилила. Спасибо. Да, пули скачут между врагами, это меня спасает. Разбивают на осколки. Это не очень классная штука. Ну да, она редко попадает и урон наносит так. Что, ничего. Пули скачет. И я могу одной пули трех убить. Такое же было. А можете погореть? Гори, ясно. Так. Короткая очередь, его. Еще двумя небольшими. Боевой медик из телефона. Да, две вот таких маленьких пули. Теперь не успеваю увидеть. Просто две тучки. Точки тупо. Ну ладно. А вот эти вот пули маленькие, мелкие. Не отскакивает от врагов. Загремет вас. Так они что, разделяются по части? Ваш результат легче, чем без нас. Спасибо. Знаешь, что это? Гадина, что сказать? Гадина. Сейчас. Что такое, ну? Залп, почему бы и нет? Так, убиваем их. Я специально прыгнул на пулю. Ты дурак? Мастер уклонений. Умел уклоняться? Есть такой шанс.
Сейчас. Супер способ. Быстрая пуля. Смышленый. Быстрая пуля. Ну, видно, кстати. Правильно, быстрее. Так. Мастер уклонения. Я сейчас так буду уклоняться от этих пуль. Я думал, я уклонюсь. Какого фига? Нафига я это прокачивал? ПП опять? Ну, ладно, тебе гадина. Можно было берсерка взять, кстати. Я же захилился. В смысле? Я при этом как бы сдох. Ну, уклонение, нафига я его прокачивал? Нет, я специально умер, чтобы прокачать. Специально, специально. Ну, если честно, я ждал больше. Текс. Бронебойная пуль, ваш пуль просто. Полезно, что скажу. Полезная штука, кстати. Без этого никак, как я понял. Давай уже быстрее. Что со мной здесь? Папка. Яд мне бы прокачать. Но все больше моя эта суперспособность. Блин. Их нужно убивать, дебил. Можно. Все стреляет как пулемет. А мне сколько попасть? Ну тогда так. Немного. Немного это сколько? Надеюсь, на 20%. Ага. Когда увеличить его, реально много критов становится. Это первая. Вторая гадина. Третья. Дальше я выстрел. Понятно. Придется прыгать возле них. Так подхожу, только я пил. Да, прям так, ого. Тройной прыжок. Ага. Шо, братан? Вблизи я больше урона наношу, говорят.
Да вот, я почти летаю. Тут можно, кстати, спрятаться. Блин. А я сейчас пошу. Так близко и так далеко. Или знавик. А. А что за бронебилет? Выпал какой-то бронебилет. Здорово, плюс 10. Моя коллекция. Переплавь. По рангу. Ну ладно, буду, наверное, заканчивать. Я буду сидеть видео по этой игре. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Леонардо. Всем. Так что еще скажите, как мне делать видео? Делать много видео, может даже по один раз в день и даже по два, но их не буду в фотошопе, не могут быть длинными. А или такие редко, может по 5 раз в неделю. Но такие от фотошопа. Пишите в комментариях. Ну а с вами был Леонардо. Всем пока-пока.